Одним из первых на пленарном заседании прозвучал доклад главы Самары. Олег Фурсов рассказал об успешном опыте взаимодействия с городами-партнерами. Таковых у Самары 24, в том числе в дальнем зарубежье. Наиболее важные для Самары побратимские отношения с болгарским городом Старозагора. В этом году в Самаре проходит целый ряд мероприятий, посвященных юбилею российско-болгарской дружбы и братских отношений с городом Старозагора. Установление крепких дружеских связей между отдельными городами помогает обеспечить интегрированность нашей страны в мировую экономическую, правовую, культурно-образовательную среду, делает возможным более активное развитие экономики, способствует внедрению новых технологий, сохранению и приумножению культурных ценностей. Мы видим, что вне зависимости от политической ситуации в мире, несмотря на экономические санкции и прочие барьеры, которые устанавливаются между государствами, дружба между городами-партнерами и городами-побратимами не прекращается. Люди приезжают друг к другу и продолжают дружить. Это и есть так называемая народная дипломатия. Еще один принципиально важный для Самары партнер – Штутгарт. Особенно важным является университетское сотрудничество наших городов, что очень важно для аэрокосмической отрасли. Вообще, в нынешней непростой международной ситуации именно народная дипломатия может стать основой делового и культурного сотрудничества стран. В этом году у Самары появился еще один партнер – южнокорейский город Тхоньон. В рамках работы форума подписано соглашение о сотрудничестве между Самарой и Тхоньоном. Делегация приехала на форум по приглашению мэров Самары и Уфы. Вообще, то, что форум проходит в столице Башкортостана, имеет важное значение для тех, кому важно перенять опыт. Уфа реализует более 20 успешных муниципальных практик, многие из которых отмечены наградами на федеральном уровне. А сам город выглядит как европейская столица. Эти и многие другие наработки стали темой работы секций и круглых столов. Самарские участники рассказывают о своем опыте, но не менее важно изучить, как решаются вопросы развития в других городах. Вот такой сборник лучших муниципальных практик издан к проведению форума. Это, по сути, набор методических рекомендаций, как сделать жизнь в своем городе так, чтобы потом стать примером для других. О том, что эти наработки могут изменить облик городов, а значит и в целом страны, говорил на открытии форума президент Союза российских городов Станислав Машаров. Основной задачей нашей площадки в этом году будет апробирование механизмов внедрения лучших муниципальных практик. На форуме будет работать 12 секций, среди которых культурная самобытность, идентичность российских городов, успешные передовые технологии в разработке и реализации муниципальных стратегий, ЖКХ «Новое качество жизни» и другие. В этом году форум приобрел статус международного. В нем принимают участие делегации 68 городов, в том числе представители Китая, Великобритании, Южной Кореи и Республик СНГ. Союз российских городов – одна из старейших и авторитетных организаций. Задача нынешнего форума – изучить наиболее успешный опыт в экономике, благоустройстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, культуре и многих других сферах жизни городов и районов страны для того, чтобы потом реализовать их на своих территориях. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Уфа.